Если жизненный уровень в среднем падает на 25%, среднего класса не будет. Останется часть богатых, а все остальные будут бедными, как в начале 90-х. Прогнозы неутешительные. Новый экономический кризис неизбежен. И обойти стороной с минимум потерь в этот раз уже не получится, говорит Михаил Хазин, известный аналитик и эксперт в области экономики и финансов. Нас ждет возвращение в эпоху 90-х, плюс жесткая экономия государства, увеличение налогообложения, рост стоимости услуг естественных монополий, ЖКХ. У нас реально нет и не будет ресурсов на то, чтобы улучшать жизненный уровень населения и чтобы экономика росла. Причем это происходит уже год как минимум. Но не все так плохо. Прогнозирует Хазин строительство дешевого жилья, так что крыша над головой у россиян будет. Но только не все, кто пришел на этот семинар с московским экспертом, согласны. Я приехал, собственно, чтобы поделиться с Михаилом Леонидовичем и группой исследователей своей программой выхода России из кризиса. Мы с Мишей Хазин давние оппоненты, противники, свои в то же время соратники. А чтобы кризис не сильно ударил по карману, лучше всего быть к нему готовым. Для этого все же стоит отслеживать прогнозы экспертов. Елена Сусоева, Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».